попали с ребенком на тусовку. На тусовку алкоголиков. Короче, в каждом вот таком ларечке производитель бухла, вин или пиво угощает бесплатно или там за символическую плату наливает. Из любой вот такой вот красивой бутылочки. Какой-то короткий закусь. Добрый вечер. И все бухают, нюхают эти бокалы, суют туда языки и бухают. А вот в некоторые даже целые очереди выстраиваются. В общем, дело такое, села батарейка у меня, я сейчас пошел зарядил чуть-чуть, а очередь здесь так и стоит. По-прежнему стоит очередь. Очередь за пустыми бокалами. Ты где? Руки давай. В общем, тусовка такая. Все накатывают. Как я вижу, карантин здесь не особо соблюдается. 2 метра дистанции здесь никто не держит. Маски, я что-то не вижу маски. Не вижу ни одной маски. В общем, вот такие дела. Здесь маска не нужна, это типа на улице. А, ну да. Здесь то, что покрепче. Здесь вот наливается прямо вот так. Тут очередь. Главное купить бокалы. Купил бокалы, и ты можешь принять участие в дегустации Бухач. Иван Бухач. Иван Бухач. Yes. О, супер. Иван Бухач. Чисто по-русски. Прямо с собаками сюда приходят все. Какие-то собачники эти. Какой-то закусь здесь дают, сыр и вина. Марчета можно. Диско, видишь, выпьешь, и голова у тебя станет как дерево. Или как что это? Чайник. А, это чайник? Да. Какая-то птица вроде. Короче, я не знаю, что здесь происходит. Что тут творится такое? Ну, в общем, огромная площадь. Огромная просто площадь подана под эту дегустацию. Что за вина? В общем, люди веселятся здесь. Да. С колясками, с собаками. Нормально? Как-то так. Добрый вечер. Ну, в общем, вот такой вот контент, там поляна, на этой поляне, потому что места уже здесь не хватило, все бочки и поддоны, они заняты,
И уже выставляются столики туда на поляну, поляна большая. Тусовка только начинается. Это сейчас 10 вечера. Ну, детское время заканчивается. Мы здесь случайно, мы просто мимо проходили, мы гуляли по городу, мы купили продукты. И такой маленький охранник вот за мной стоит. Такой маленький такой охранник. Не страшный совсем нисколько. В общем, народ тусуется, народ гуляет. Это город Загреб. Смотри, место еще есть, еще здесь можно расположиться. Целая поляна еще. Я думаю, что здесь будет весело до самого утра. Ну что, контент-бомба. Контент-бомба. Мы только приехали, только заехали в этот Загреб. Супер. Стоянка вся полная. Вот здесь есть стоянка, машины. Все приехали на машинах, естественно. Они же не пойдут пешком домой, эти люди. Они все приехали на машинах. Я вот видел, очень многие вот выходят из машины целыми компаниями, и все идут сюда, вот сюда, там музыка. Очень все весело. Бутылок много, очень много. А те, которые выставлены на прилавке, это так еще, это то, что стоит. А вот сзади, за этими вот, ну, за этими киосками там внутри, где у них эти склады, там этих бутылок просто ящиками. Целые стопки этих ящиков с этим вином. То есть это здесь круто. Они собрались, ну, отметить, я не знаю, что. Какую-то дегустацию. Вот эта стоянка, все эти люди, наверное, все, почти все сюда приехали. Вот, а мы поехали искать нашу гору, на которую завтра с утра мы пойдем совершать восхождение. Ты помнишь, как название горы? Медведница. Медведница, да? Медведница. Сколько высота? Так, 1000 метров. Ну, 1000. Вот это наши любимые невысокие горы, там до 3 километров. Завтра с утра проснемся и побежим. Пожарим, наверное, сегодня шашлычок. Ну, познаваться, наверное, ну, или завтра с утра. Вот это наш первый день. Ставим лайкосы. И ждем продолжения.